Всем привет! Меня зовут Елена Владимирова, я главный архитектор компании Office Times. Я хочу вам представить одну очень интересную авторскую австралийскую компанию Pacific Green. Предлагаю начать рассмотреть эту компанию с дивана. Этот диван очень интересный, строгий и довольно-таки подойдет, в принципе, в любой офис. Он в таком некотором лофтовом стиле. Кожа здесь натуральная буйвола. Она очень высокопрочная, у них богатая цветовая палитра, мы немножечко ознакомимся с ней позже. Также хочу акцентировать внимание на каркасе этого дивана. Дерево – это пальма, она высокопрочная. Очень мне нравятся вот эти элементы из металла. Они как раз очень подчеркивают общий стиль дивана. В продолжение рассказа о диване я хочу вам представить кресло, которое очень хорошо сочетается с диваном, ранее представленным, потому что у них аналогичные металлические элементы, та же порода дерева – это пальма, и та же кожа буйвола, которая очень прочная. Они прекрасно сочетаются, их можно организовать в какую-то одну зону вместе, и это будет очень гармоничный тандем. Хочу представить вам еще барную зону, она мне очень понравилась. Довольно интересный дизайн за счет вот таких вот панелек. Она довольно оригинально смотрится, такой лофт-стиль можно в нем проглядывать. Очень удобные эргономичные барные кресла. Очень часто встречается, что барные кресла неудобные. Это совсем не та история, тут очень удобно находиться. Здесь можно проводить мини-переговоры, мини-перекусы, очень удобная зона. Еще одна мягкая зона, которая мне очень приглянулась, это диван и композиция из кресел. Вся мебель дико удобная. Это опять же высокопрочная кожа буйвола. Вы можете наблюдать, что тут очень большая палитра. И опять же у нас дерево кокосовой пальмы, которое очень прочное. И не обязательно какие-то специальные салфетки, скатерти предусматривать. Можно спокойно использовать прям сервис на столешнице. Сейчас в офисах очень часто используются зоны коворкинга. И зачастую я наблюдаю тенденцию, что есть веранды. И такой шезлонг – это очень хорошее решение, потому что тут опять наша кокосовая пальма, которая высокопрочная, натуральная кожа буйвола, который тоже не боится ни перепадов температур, ни солнечного света. В общем, мне кажется, это просто идеальное решение для веранд офиса. Довольно широкий выбор у компании Pacific Green диванных групп. Все модели авторские и выполнены из экологичных материалов. А теперь рассмотрим богатую палитру кожи, которую используют как раз в мебели Pacific Green. Мы можем рассмотреть, что тут и по цветам можно на любой вкус подобрать, и по текстурам, то есть более фактурная у нас кожа есть. Есть немножечко состаренная. И шкура бразильского буйвола. Есть более монотонная. А более подробную информацию о компании Office Times и Pacific Green вы можете узнать, перейдя по ссылке ниже.